В автопоезда Удачинского горно-обогатительного комбината установили офлайн-навигаторы. Техника выполняет рейсы на Верхнемунское месторождение. Навигаторы используют впервые. Они помогут оперативно реагировать на дорожную обстановку, как водителям, так и дорожным службам. Офлайн-навигатор – это приложение, доступное на смартфоне или планшете. С помощью этого приложения водители автопоездов смогут регистрировать на проблемных участках гололед, заносы, нарушения дорожного полотна. Вся зарегистрированная информация поступает на сервер, который отслеживает служба безопасности движения. После чего служба на выезде подтверждает или не подтверждает неполадки на дороге и регистрирует их. В свою очередь специалисты службы МУАДа отработают все подтвержденные на трассе неисправности. Собранная информация – полезно и службе безопасности движения, и другим водителям на трассе. 85 единиц техники уже оснащены приложением. Водитель едет на своем автопоезде, видит какую-либо неисправность на ВТП, либо несоответствие ее какому-то должному значению, делает остановку, ставит соответствующий знак с дорожным событием, эту информацию проверяет, фиксирует ее, и все остальные участники дорожного движения, в том числе, которые идут за этим водителем, так и те водители, которые идут перед ним, видят эту информацию.